столице Венесуэлы – Каракасе, полиция пытается разогнать демонстрантов, применяя слезоточивый газ. Тысячи сторонников оппозиционного Каприлеса вышли на улицы, протестуя против объявления Мадуро победителем на президентских выборах. Оппозиция считает выборы фарсом. Нечего утверждать, что вы большинство. Вы не имеете права так себя называть, потому что результат, который вы вчера получили, это вовсе не большинство. Но у Центра избиркома другое мнение по этому поводу. Мадуро выиграл, заявили в ЦИК Венесуэлы, правда, указав на победу с минимальным перевесом. О пересчете голосов победители не хотят и слышать. Большинство есть большинство. Нужно уважать принципы демократии. Нечего строить козни и лгать, попирая права демократического большинства. Сторонники Каприлеса уже заявили, что намерены и впредь проводить массовые акции протеста. Похоже на то, что Венесуэлу ожидают неспокойные времена.